Начну со страшной аварии. Груженный щебнем КАМАЗ столкнулся с микроавтобусом под Краснодаром в районе станицы Елизаветинской. Это случилось буквально 3 часа назад. Есть жертвы. По данным ГИБДД, большой груз ехал в сторону краевого центра, поворачивал налево и не уступил дорогу встречному микроавтобусу. Его водитель ударил по тормозам, но было поздно. Отрезка пути не хватило, чтобы погасить скорость. От удара микроавтобус загорелся, водителя зажало в кабине и выбраться он не смог. В салоне его машины находился газовый баллон. Он не взорвался только по счастливой случайности. Тогда последствия были бы еще трагичней. Известно, что погибшему 32 года. Он работал прорабом на стройке. У него остались жена и сын. Водитель КАМАЗа не пострадал. Он находится в состоянии шока. Известно, что он 1995 года рождения, то есть не имеет большого водительского опыта. В данной аварии по предварительным данным виноват водитель автомобиля КАМАЗ. А если будет установлена его вина, и ему грозит лишение свободы вплоть до 7 лет. На месте продолжают работать следователи. Они выясняют детали происшествия.